ощущал, так сказать, да, мое давление, вот это противодействие внешнее. Вот. Но момент входа, так сказать, да, я начинаю уходить, у меня здесь хай идет, так сказать, да, по предплечью. При том, что предплечье работает строго от себя, локоть и движение ань вниз, соответственно, так сказать, да, по запястью, то есть здесь был бы срыв. Вот. Ну и самое, конечно, интересное, когда ты начинаешь, так сказать, уже заходить, уже, да, выводя, так сказать, уже локоть, то есть это уже 4 диагонали уже работает, так сказать, у нас. Стас, поменялись. Сейчас также, вот таким же образом, так сказать, да, пытаемся зайти, подлечу, да, Леша, лучше сначала первый, обратный хват, да, Стас захватываешь, нет, нет, Стас захватываешь, Стас захватываешь, Леша освобождается по входу, ага, не торопимся, не торопимся, угу, еще, да, еще. Слушай, еще раз. Вот, смотри, вот это. Давай. Хватай, хватай. И теперь ты идешь вперед, давай. Нет, вперед. А я вперед, я вперед иду. Ну это нормально, а давай здесь я. Сейчас участвует все-таки у вас сейчас предплечье. Предплечье и локоть. А здесь важно еще раз посмотреть. Еще раз важно. Еще раз важно. То есть здесь идет выход. То есть вот сюда начинаем, так сказать, да, вести корпус. И вся левая половина начинает скручивание, так сказать, да, вправо. Но в этот же момент пошло, так сказать, да, пошло распределение. То есть пошел вектор. То есть вот он здесь, так сказать, да, идет. Вот. Ты ему распрямляешь руки одновременно. И! Да, вот этот, так сказать, да, синишань, так сказать, да? Ну, я бы как не пустил, то я бы не пустил туда. Не, ну, на самом деле, время, опять реально, он бы попробовал зайти, ты попробовал бы не пустить. А что у кого получилось бы, посмотрим. Мы бы столкнулись лбами, нам это не надо. Могло и так быть. Но нам не надо столкнуться. Значит, все-таки сейчас работаем иначе, немножко, да, не предплечьем, работаем. Да, заходишь по корпусу, заходишь сейчас. Вот сейчас идеально, нет. Зачем? Сейчас идеально лежа стоит. Под пятку заходишь правой стороной ноги. Да, левым шагом под правую пятку. Во! Сюда. И нужно, так сказать, здесь нужно уйти сюда, а здесь распределить сюда. О. Вот. Вот так. Круто. Да. Давай еще. Конечно. Круче, руки скручивай. Нет, ты что-то дуешь. Нет, ему надо на видео на себя посмотреть в этот момент. Нормально, все. Давайте обучайте, парни, давайте, да. Хорош. И сразу прям начинай сразу входить, давай. Да. Сразу. Вот сюда. Давай толкай. Толкай. Из грязи выйдете, господа. Вот, вот, да, 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 да. Сюда, вот сюда, вот сюда выйти. Здесь послушай. Прямо в самый центр там зашли, там, грязюки, там уже, и месите. Там уже глины много, да. Ага. О, да, и выталкиваю. То есть сейчас хорошо сделаю. Угу. Да, хорошо. Угу. Да. Да, Влад. Влад, да, с Лешей, Влад с Лешей. Не правда хорошо? Да, Влад с Лешей, да. Ну, конечно, все правильно, да, совершенно верно, нужно расслабиться. Ага. Так, Влад, не торопимся. Не-не-не-не-не, ты сейчас уже делаешь какие-то у нас уже это... Не-не-не, не ноги работают сейчас, что ты, так сказать, пытаешься... И вытолкнуть пытаешься, и подсечку сделать, не-не-не. Не, не пойдет подсечка, ну, подсечка пойдет, не пойдет. Да, мы будем бегать, все правильно. Так, что мы делаем, я не пойму, у нас задание есть.